Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Jack Shepherd QA. И сегодня я хотел поделиться своим апгрейдом. Сегодня я поставил новый, мощный, колоссальный просто процессор. Четырехъядерный. Просто шик. Топовый. Так, что тут у нас? Вот такие у меня оценки. Вот что у нас есть по моему компьютеру стата. У него целых 3 ГГц. Целых 3 ГГц. Что у нас тут по видеокарте? По видеокарте мы видим, что у нас есть 5 гигабайт. 5 гигабайт памяти. Это тоже очень много. CPU-Z. Вот, кэш. Кэш у нас. У этого процессора 12 мегабайт кэша больше, чем у топового процессора i7-6720K. Кэш, плата, память, SPD, хотя не знаю, что это такое, видеосистема, ну и другое. Наверное, что все, что я хотел вам показать. Вот такой у меня комп, обновление. В скором времени я буду ставить себе новую видеокарту, уже на 8 гигабайт, плюс 2 гигабайта, и все будет хорошо тогда. Если я собрал достаточно мощный компьютер, я доволен. Ну что ж, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. А если не понравилась серия, проходите мимо. С вами был Jack Shepherd. До новых встреч. Пока-пока.